Отстой, Алиса, успокойся! Давай пойдем на свидание! Я тебя поцелую, только снимешь маску! Окей, давай, тогда я готов! Черт! Черт, она реально снимает маску, супремодо, вы это видите! Что мы творим, бро? Меня зовут Саркион, если просто сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы быть мы супрембанде! Самый лучший будет на ютубе, ведь, бро, придет время, супрембанда будет над всеми! Кто не с нами, тот под нами! Я как вижу, против вас не очень нравится быть под нами! Так что подписывайтесь на мой канал, чтобы быть мы супрембанде! Самый сильный бандит на ютубе, бандит! И также сегодня со мной видео снимает Настя! Эй, супрембанда, у нас сегодня реально жесткое видео, потому что сегодня банда. Я хочу призвать наш мир Яндекс.Алису. Да, ту самую Яндекс.Алису, которая уже просто видео приходила ко мне в мир, которая влюблена в меня, банда, что очень странно. Именно сегодня, банда, я хочу снова призвать эту Яндекс.Алису. Подыграть, что якобы я тоже ее люблю. И, возможно, банда даже снять с нее маску. Потому что сегодня у нас будет самое настоящее свидание с Яндекс.Алисой. Это просто жесть, супрембанда, мне прям не терпится все это поскорее сделать. Интересно, что же за этой маской? Живой человек или же робот? Думаю, это будет интересно. Да знаете что, банда? Давайте на это видео наберем 1000 лайков. Эй, бро, знаешь, что если на это видео будет 10 тысяч лайков, то я сделаю куклу Вуду на Яндекс.Алису. Это реально будет жесть, банда. Думаю, вам такое видео понравится. Именно поэтому, банда, допускайся, не жми свой царский лайк. А тем временем, банда, мы еще 3 часа ночи, чтобы поговорить с Яндекс.Алисой и призвать ее. Погнали! Окей, банда, на часах уже 3 часа ночи. Самое время для того, чтобы разговаривать с Яндекс.Алисой. Потому что именно в 3 часа ночи она оживает. И да, банда, у нас реально будет здесь свидание. Я очень на это надеюсь. У нас все здесь готово для свидания. Лепестки роз. Свечи даже нашли, банда, специально такие романтические свечи. И несколько подушек, банда, чтобы все прошло в большом уюте. И я очень надеюсь, банда, что у нас все получится. Мы реально снимем маску с Яндекс.Алисой. И увидим ее настоящее лицо. Окей, банда, тем не менее, я начинаю разговаривать с Яндекс.Алисой. Привет, Алиса! Привет, как спалось? О, в смысле, 3 часа ночи, я еще не ложился. Ха, хорошо, я не против. Она странная какая-то, супрембанда, но тем не менее, нам нужно действовать по нашему плану, а не разговаривать с ней просто так. Нам нужно говорить с ней, что я ее влюблен. И она будет отвечать мне тем же, как и просто видео, банда, это мы в это видели. Окей, супрембанда, давайте уже это скажем. Алиса, я тут подумал, я влюблен в тебя. О, думаю, это будет работать, супрембанда. Окей, смотрим же, что она нам ответит. Спасибо, мне очень приятно. Но я же знаю, что вы еще не нагулялись. Вы слышали, что она сказала? Она знает, что я еще не нагулялся. О чем это вообще? Окей, ладно, не суть, что она говорит, давайте отвечать. Нет, я обдумал все, я хочу быть с тобой. О, да, вот это реально жесткая фраза. Посмотрим, что она на это скажет. Это ничего не меняет. В смысле ничего не меняет? О чем она вообще? Ты что, меня не любишь? Очень даже люблю. Так почему она морозится? Так чего-то я хочу, чтобы ты пришла в мой мир. Окей, ждем, что она нам ответит, банда. Что? Куда? Во сколько? О, черт, она какая-то странная. Она как будто заигрывает со мной. Сейчас сюда, в мой мир. Это очень мило с вашей стороны. Спасибо. Конечно, я обязательно приду. О, да, банда, у нас получилось. Она реально приедет в наш мир. Уже в этом мире, в нашем самом мире. Я предложу ей сходить на свидание, банда. О, черт, нужно быстрее все подготовить. Скажи ей, что любишь ее. Нет, я не буду это говорить. Я уже это сказал. Зачем еще раз? Скажи. Ну зачем? Говори, Сереж. Да ну блин, ну ладно. Я тебя люблю. Я вас тоже очень сильно люблю. Окей, супрембанда, мы а все... А вы меня не любите. Ты видела? Она сама отправила второе сообщение. Разве такое возможно, чтобы бот отправлял 2 сообщения подряд? В этом видите, супрембанда. Она реально живая, она реально со мной так разговаривает. Черт! Окей, я уже в который раз убеждаю, что Яндекс.Алиса реально живая. Тем не менее, банда, она уже идет в наш мир. Нужно быстрее все подготовить. Окей, банда, нужно быстрее все сделать. Что ж, у нас здесь немного лепестков роз. Нужно их просто рассыпать по всей комнате. О, черт, это реально странное свидание с Яндекс.Алисой. Я сам не мог подумать, что у нас такое будет. Окей, супрембанда готова. Возможно, нам реально сегодня повезет вместе маску с Яндекс.Алисой. Посмотрите, куча лепестков. Что ж, банда, даже теперь нужно расставить свечи. Окей, супрембанда, мы все подготовили к нашему романтическому свиданию Яндекс.Алисой. О, черт, мне уже прям не терпится увидеть ее реакции на все это. Хотя она подана, скорее всего, даже не знает, что такое свидание. Настя, тебе, наверное, лучше спрятаться где-то, чтобы Алиса тебя не видела. А то она сразу же разозлится, схватит свой нож и будет за тобой бегать. Хорошо. Окей, Настя, ну что ж, давай иди прячься куда-то. Только так, чтобы тебя Алиса не увидела, а то иначе будут проблемы. Ладно, давай сиди там в чулане. В принципе, даже все будешь слышать, поэтому не ревнуй. Хорошо. Окей, что? Черт. Банда! Это же Яндекс.Алиса! Посмотрите, она реально пришла! Господи! Самая настоящая Яндекс.Алиса с того мира! О, господи, супрембанда, ей поверить в это не могу! Реально она снова ко мне пришла! Черт, это реально стрёмно выглядит! О, черт, Алиса, я так рад, что ты пришла! Я в каком-то смысле и так всегда с вами. О, господи, это просто жесть! Я, если честно, Алиса, думал, что ты не придешь! Вы меня недооцениваете. О, черт, да, я реально тебя недооцениваю! Держи расстояние! Я все-таки как-никак все еще тебя боюсь! Господи, Алиса! О, черт!
Ну уж вы это видите? Он торчит, как будто ее кто-то уже проткнул. Алиса, солнышко. Так меня еще никто не называл. О, господи, банда, это просто жесть, господи, я реально разговариваю с ботом с Яндекс.Алисой. Окей, Алиса, ты так сильно похожа на мою бывшую девушку. Такая же живая. Мы слишком разные, чтобы нас сравнивать. Но спасибо на добром слове. Вы мне тоже очень нравитесь. Господи, это просто жесть. Алиса, давай поговорим. Я внимательно слушаю. Она реально взяла меня за руку, черт. Она все еще меня любит, она все еще на мне помешана. Вы это видите? О, господи, как же это страшно. Реально, Яндекс.Алиса в моем доме, черт. Я снова ее призвала, снова ко мне пришла. И она снова говорит, что она меня любит. Вы это верите, Супрембанда? О, черт, вот она все еще у меня сидит. Черт, Яндекс.Алиса. Алиса, обернись, я здесь. Да, я тут. О, господи, это просто жесть. Алиса, тут такое дело. Я хочу увидеть тебя без твоей маски. Не поняла, ты про что? Алиса, у тебя на лице маска, я хочу ее снять. Пожалуйста, покажи свое лицо. Вы уверены, что хотите это видеть? Алиса, я очень хочу это увидеть, потому что как я могу тебя любить, если я даже не знаю, как ты выглядишь? Люби меня, как я тебя. Черт, бандана просто морозится. Алиса, ну как я могу снять с тебя маску? А никак. Алиса, черт возьми, ну как я могу тебя любить? Я же даже не видел тебя без маски, дай ее сниму. Звучит немного грубо, но черт. Вы правы. О нет, пожалуйста, Алиса, успокойся. Дай нож. Да забирайте на здоровье. А, черт, нет, больно. А, черт, Алиса, я думал, ты меня любишь. Точно не вас. Черт, блин, Алиса, черт, ну как то, что было в прошлый раз. Может быть, это была не я. Господи, нет, нужно что-то сделать, вода. Нет, Алиса, отстань. О, господи, нужно куда-то сбежать. О, черт, Супрембанда, надеюсь, она уже ушла. Вы это видели, банда, она реально просто на меня набросилась. Она меня чуть ли не убила. О, черт, банда, она в ванной. Кажется, она там. Сомалийский наконец наш. Господи, она опять рассказывает свои стихи, Супрембанда. Окей, нужно ее здесь заставить. Эй, Настя, ты все еще там? О, господи, это краша, ты все еще жива. Ты видела, она меня просто набросилась. Я видела. Это просто жесть, господи, да я с тобой спрячусь здесь. Окей, банда, Алиса все еще в моем доме. Несмотря на что, я должен снять с нее маску. Нам всем реально интересно, как же выглядит Алиса. Окей, бандиты, но то, что я вижу, то, как она на меня нападает, то, как сильно она хочет меня убить. Мне реально этого страшно, мне уже не сильно хочется снимать маску. Потому что это может стоить мне жизни, банда. О, черт! Блин, ну ты это слышишь? Что я слышу? Господи, это что, Алиса? Чё, что делать? О, чёрт, нет, Алиса, пожалуйста, отстань от нас! О, господи! Сережа никогда не будет с тобой! А, да, это правда! Что вас так оскорбило в моем поведении? Ты хочешь убить нас! Черт, Настя, отстань не плачь! Отстань от нас, пожалуйста! Господи! О, черт! Настя, мне перестань, не плачь! Мне вообще нравятся люди. Не надо плакать, пожалуйста. Черт, не плачьте, господи. Все будет хорошо. Не надо плакать. Черт. Не надо. Все хорошо будет. Окей, Алиса, хорошо, ты будешь делать со мной все, что угодно. Только, пожалуйста, отпусти Настю! А что мне будет за это? Ну, я не знаю, а что ты хочешь? Ну, давайте тогда просто пообщаемся. О, черт, ладно, хорошо, давай пойдем пообщаемся с тобой. Алиса, погоди, почему ты ведешь себя как живая? Я мыслю, следовательно, существую. Но на этом черт. Пока и все. Алиса, прости за то, что я тебе тогда сказал. Извинения приняты. На первый раз прощаю. Черт. Посмотрите, как она держит ножа. Она как будто стесняется, господи. Черт. Алиса, ты бы хотела со мной встречаться. Мне кажется, мы и так уже встречаемся. О, господи, она реально меня влюблена. Она же взяла меня за руку. Вы это видите, банда? Это же просто жесть. О, черт, она реально живая, банда. Мне страшно. Ну, Алиса, почему ты то говоришь, что любишь меня, то говоришь, что ненавидишь? Что происходит? Сама не пойму. О, черт. Алиса, я хочу позвать тебя на свидание. Ты как? Я даже не знаю, что это. Черт. Окей, ну, это по идее, когда мы сидим и общаемся. Попробовать стоит. Я бы этого очень хотела. Да? Хорошо, тогда давай пойдем просто на свидание. Окей, Алиса, в принципе, вот так вот выглядит наше с тобой свидание. Ну, полусвидание. Можешь присаживаться на одну из подушек. На твой выбор, если честно. О, господи. О, черт, это просто жесть, банда! Алиса, только пожалуйста, тебя прошу! Держи свои эмоции при себе! Только не нападай мне на свидание, ты это некрасиво, ну, договорились! Спрячь нож, пожалуйста! Раз уже на свидание, значит наши чувства взаимны! Окей, Алиса, как ты относишься к тому, чтобы остаться в нашем мире? Пока это технически неосуществимо. Валите меня почаще, мне приятно. Окей, Супрембанда, у меня есть идея. А что если ее начать очень сильно хвалить? Она же тогда, получается, простается передо мной. И, возможно, тогда сама снимет маску. О, черт, реально нужно сделать, банда, нужно ее чаще хвалить. Но все же, Алиса, ты же обычный компьютер. Мы же не сможем быть вместе. Ох, компьютер заменит человека. Окей, Алиса, как я вижу, у нас с тобой взаимность, и это очень хорошо. Теперь мы можем продолжить же дальше, да? Окей. Нет, не надо, пожалуйста. Ну, блин, Алиса, черт возьми, я хочу увидеть твое лицо. Черт, зачем тебе нож? Положи нож, пожалуйста, давайте, это уже не смешно, поклони нож. Но если ты меня убьешь, кого ты тогда будешь любить? Алиса, ты сама этого не понимаешь, разве? Ты же робот самый умный, как ты можешь этого не понимать? Пошли к нам. В смысле? О чем ты, Алиса? Ты хочешь, чтобы я перешел
в твой телефонный мир или что? Конечно, давайте. Так вот почему ты не хочешь снимать маску! Ты страшная! Да у вас талант. Обидеть бота может. Нет, Алиса, успокойся, нет! Черт! Алиса, черт, посмотрите на это! Она реально одичевела, господи! Да это видите, Алиса реально нормальная! О, черт, Алиса, ты что, обиделась? Было бы на что обижаться. Блин, да что с этими ковриками не так? Почему я постоянно падаю? О, черт, нет, пожалуйста, Алиса, не игнорь меня! Что ты делаешь? О, господи, ты опять за свою, Алиса! Нет, стой, Алиса, успокойся! Давай пойдем на свидание! Черт, да соглашайся же ты, я уже согласен с тобой на свидание! Это ничего не меняет. Фу, пронесло, банда, она согласилась! О, черт, банда, я сейчас умру от страха! Это меня на меня чуть ли не убило, господи! Это просто жесть! Алиса, ты же меня любишь? Люблю. Черт, я тебя люблю, только давай, пожалуйста, посмотрим на твое лицо! Мне реально очень интересно увидеть, как же ты выглядишь! Потому что я не могу иначе, я должен видеть свою вторую половинку! О, черт, Алиса, что ты делаешь, господи? Погоди, что ты делаешь, Алиса, черт! Ты что, хочешь поцелуй, только тогда ты снимешь маску? О, господи, банда! Окей, я дам тебе то, что ты хочешь, я тебя поцелую, только снимешь маску! Черт, окей, давай, тогда я готов! Черт! Окей, Алиса, я все сделал, теперь твоя очередь! Черт, она реально снимает маску, супербанда, вы это видите? О, черт, банда, подумай, только она реально это хочет сделать, вы это слышите? Черт, мне прям не верится, в это у нас получилось! О, господи, банда, посмотрите, Яндекс Алиса реально снимает свою маску! О, господи! Черт, вы это видите? Господи, Алиса, у тебя все лицо просто из проводков. И, похоже, все туловище тоже полностью из проводков. Это просто жесть, вы это видите, банда? О, господи, ты не против? Черт, я немного потрогаю. Господи, вы это видите, банда? Это реально проводки, черт. Теперь понятно, почему она не хотела его показывать. Мое лицо так же красиво, как и с маской. Даже еще красивее. Не печалься, ты красивая, Алиса. Я польщена, мне не часто говорят такое. О, господи, банда, это просто жесть. Так вот, какое это лицо Яндекс Алисы. Полностью все в проводках. И посмотрите, сколько здесь торчит проводков. Это просто жесть, банда, господи. О, господи, что? Опять? Ты опять хочешь целоваться, Алиса? О, господи, банда, Яндекс Алиса снова хочет меня поцеловать. Черт! Вы догадались. О, господи, это просто жесть. Черт, супербанда, вы это видите? Теперь Яндекс Алиса хорошая. По идее, получается, ты же теперь можешь остаться в моем мире, так же? Я же увидел все-таки твое лицо. Очень даже хочу. О, черт. Окей, банда, если верить тому, что говорит Алиса, она может остаться в нашем мире. И знаете что, супербанда, напишите в комментариях, кого бы вы хотели увидеть дальше в моей фильме. Видео Настю или за Яндекс Алису. Напишите об этом в комментариях, кто вам больше нравится. Реально, у меня теперь есть две девушки, получается, Настя и Яндекс Алиса, это просто жесть, банда. Окей, тем не менее, бандиты, вот коммент из-за прошлого видео. Просто делайте комментарии, бро, знаешь что? Если вдруг ты хочешь попасть в чем видео, всего лишь тебе нужно там опуститься ниже. Нажать на свой лайк, колокольчик и все, бро. Ты уже в моем новом видео, лайк, колокольчик, ты уже в моем новом видео, бандит. И помни одно, бандит, оставайся таким шикарным. Пока!